Победа, Илья. Давайте начнем с того, каким матч получился со льда, насколько эмоциональным, интересным он был. Да, спасибо. Матч, да, эмоциональный, такой нелегкий. Классные эмоции, я думаю, болельщики тоже дали нам почувствовать такие прикольные эмоции в конце. Самое главное, выиграли. Непростой как раз-таки эпизод в конце был, у нас играли в меньшинстве, все-таки, к сожалению, соперник дожал. Насколько важно было как раз в этой ситуации, скажем так, не расстроиться и продолжить свою игру показывать? Ну, мы знали, что серьезный соперник против нас играет, поэтому отбивались как могли. В меньшинстве здорово играли, капельку не хватило, но это Широков показал мастерство, это бывает, это хоккей. Тоже интригу создал и продолжил еще матч для болельщиков, можно так сказать. Повторюсь, самое главное, 2 очка очень важных. Да, вот как раз несколько матчей подряд с соперниками, скажем так, топ-4 на тот момент были по таблице. Насколько важно было как раз-таки и дома, и в конце года вот это матч такие выиграть? Важно было дома выиграть. Много проигрываем дома, поэтому надо болельщиков было порадовать, потому что они приходят, болеют, мы их чувствуем, эмоции, поддержку. Перед Новым годом тоже так дома надо было с победой закончить. У вас очень большая, длинная игровская карьера. Насколько вы можете оценить эту крутую акцию, которую клуб каждый год устраивает, мешкопад? Насколько вам было здорово в ней поучаствовать? Я это еще помню 16 лет назад в Канаде. Это началось здесь только вот несколько лет так присутствует. Но это очень круто для детей. Эти все игрушки пойдут какому-то ребенку. Поэтому молодцы болельщики. Спасибо за радость, которую принесут малышам, детям. Очень круто.